Добрый день, меня зовут Дубовая Мария, я учитель начальных классов лицея номер один «Лидер» города Макеевки. С начала специальной военной операции наш коллектив неоднократно помогал нуждающимся людям, и не так давно мы познакомились с благотворительным фондом «Пища жизни». Этот фонд занимается поддержкой и помощью людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И сегодня совместно с благотворительным фондом мы выезжаем в город Мариуполь, будем раздавать вот такие вот сладкие подарочки деткам, чтобы их поддержать в такое непростое и сложное время. И было бы здорово, чтобы к таким хорошим, добрым акциям присоединилось как можно больше людей. Спасибо.